70 миллиардов. Израсходовали мы 16... Российское правительство уходит в отставку. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об этом после послания президента Владимира Путина в Федеральному собранию. Президент заявил о намерении ввести поправки в Конституцию, которые расширят полномочия Госдумы. По мнению Медведева, эти поправки, когда будут приняты, внесут значительные изменения в Конституцию и баланс власти. Очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Правительство РФ продолжит работать для формирования нового состава исполнительного органа государственной власти. Медведев пока сохраняет за собой должность председателя «Единой России». Ему также предложено занять пост заместителя президента в Совете Безопасности. Эта должность создана специально для него. Следующим премьер-министром может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Кандидатуру предложил президент. Утверждать ее будет Госдума.